Так. Ну, посмотрим, что будет дальше. Так, чего тут у нас? Где тут у нас? Куча задания. Так, спокойно. Ништяк. Эх ты, как она умеет. А она невидимая становится. Слегка. Так, что делать-то? Куда идти? Ля-ля-ля-ля-ля. А. Ну, тут какая-то хрень есть, фабрика вход. Сгонять, что ли, на фабрику, правда? 行動目的に対し、夜破棄隊A2の行動目的に対し、了解。付近の機械生命体のスキャン及びマーク完了。砂漠地帯に大型の適正機械生命体を感知。推奨大型機械生命体の破壊。私に命令するな。否定。これは命令ではない。 夜破棄隊A2の行動目的に対する支援情報である。推奨、情報に不満がある場合、行動目的の更新。うるさいが、まれ。否定、本支援ユニットは、夜破棄隊2Bの最終命令によって行動中。夜破棄隊A2に命令権限は存在しない。勝手にしろ。邪魔するな。了解。 Опа, это что за дрянь? Так, что сделать-то? На фабрику, что ли, мотанулся, правда? Что там хрень какая-то происходит? Пошли. Фабрика входа. Чумазы такая. А два. Так. Где тут? А где метка-то? Эй. Здесь же вот вроде была. А что, внизу какая-то хрень? Что? Что? Куда метка делась? Ребята, ребята, ну вы меня, зачем вы меня путаете все время? Ну, пойду сюда схожу, хрен. Че зря пришел, что ли? Только я не понимаю, как это, куда это. Ёлкой. Ёлкой.
Они что, не агрессивные? Нет, агрессивные. Что у меня в руках за шашечка? Дай-ка я вот это возьму лучше. Хотя... Не, ну мне это побольше нравится. Эй! Йокай. Квайки. Ёлкай. Ёлкай. Ач! 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 Ёлкай. Ты, может, допрыгнешь до него все-таки? Да, клево, клево. Нет. И ты чё? Ходишь тут? Улетел куда-то. Ай-яй-яй, я прыгать! Я за тебя буду. Курица. В пустыне, говорит, да, класс Голиафа. Где у нас пустыня? Я что-то как этот, как слепой котенок, правда. Никуда идти, ни... Что делать, вообще понятия не имею. Что такое? Ладно. Так. Вот я открываю карту. Карту. Отметки нет. Так что была уже нет. Нормально. Ладно, это что? Лагерь сопротивления. Ага. Пошли в лагерь сопротивления, хрен с ним. Йокай. Сейчас приду, метка исчезнет. Сто пудов даю. Так, и чё тут? Угу, ты на месте. Ну-ка, давай посмотрим, что можно. Что такое? Эй! Ты чё, блин? Разговаривай со мной, курица. Офигели? Не видел тебя прежде, говорит. Ну и чё, не видел? Вот он. Заразы. Они со мной говорить не хотят. Представляете?
Чувак. Ну давай. Вторая часть. Хорошо. What? Что такое, блин? Это долбанное управление. Ой, зачем? 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 Там что-то лежит в правом углу. Так, и чё? Первая коробка. Так. Давай-ка вот так сделаем. Хватит. Теперь так. А чё ты её не тянешь-то? Давай тяни. Она не умеет тянуть. Что? Не тянет, я жму его изо всех сил. Девонька бесполезная ты какая. Не, никак. Какую? Вот эту вот? Что? Блять. Прости, Господи. Ну, взялась? Так, сюда не хочет. Сюда не хочет. Сюда не хочет. Сюда не хочет. Понятно. Как мне лут-то тут забрать? Нет, не пройдет. Пройдешь? Ага, вот лут. Лут забрал, хорошо. Ну? Где буковка? Я что-то не понимаю, или вы меня опять троллите? Возьмись. Да она не хочет тянуть.
Я первый квест кое-как сделал вот с этим управлением. Она должна назад идти сейчас. Давай. Давай. Никуда не двигается вообще. По нулям. А, стоп. Может вот эту надо толкнуть? Возьмись. Ну... Взялась? Чего я не понимаю? Почему она не двигает коробку? Вот вперед двигает, а назад почему-то нет. Но не хочет. Нет. Никак. Бесполезно упрашивать. А здесь ей нет. Вот эти вот мелкие вот эти вот говно квесты. Портят всю игру, правда. Вот эти вот говно квесты вот эти вот. Ебануться, блядь. Надо с той стороны зайти и нащупать, чтобы Е появилась стабильно. И только потом двигать. Кое-как. Господи. Бред своей кобылы. Это... 荷物は全部集め終わったな。Не дай бог ты мне какую-нибудь херню за это дашь. Прям вот, прям как, вот как, вот как. Чего опять? Все. Ну. Да господи, сраные платформеры, кто вас придумал, а?
Доработанный механизм, говоришь, да? Ну ладно, живи. Так и быть. Фу, ёп, твою мать. Я жал налево. Побежать. Вместо этого она побежала. Как обычно, хер знает куда. Так. Здесь нихера. 20 минут уже всякой херней занимаюсь. Твою дивизию. Не видел меня прежде. Ну и чё? Посмотри. Никто не желает со мной разговаривать. Суки. Что сказать? Ладно, хер на вас. Закрыто. Ладно, пойду просто прогуляюсь, посмотрю, что происходит вообще. Эй! Неплохо я. Долбанул ты его. Башку отрезала. Прикольно. Так, что у меня стоит? Шанс выпадения, да. Но мне шанс выпадения сейчас, в принципе, не нужен. Я лучше... сундучки поставлю. Так, а еще что? Урон. Сколько у меня? 13 свободно. Давай хотя бы вот это поставим. Блин, надо чипы где-то лучше. Что это за херь? Вау, что там творится? А
Чуть-то. Вот. Это взламывать надо? А зачем я тогда этого персонажа взял? Вон лут, давайте мне, отдайте, отдайте лут, суки. Хм, интересно. А как же мне взлому обучиться? Никак. Ай. Ладно, пофиг, я знаю, куда мне идти надо. Пока суть до дела, схожу сюда. Только не упади, пожалуйста. Спасибо. Так, ну тут открыто, это радует. Как слепой котенок, правда, ни заданий, никуда идти, ничего не показывают. Ну, с одной стороны, это, конечно, прикольно, но с другой стороны, занимает больше времени, чем ожидалось, так скажем. Блин, я привык взламывать. Я до сих пор взламываю всех. Эх, урона! Нифига себе. 60-й уровень. Понятно. Надо дрона включать. Блин. Защиту надо ставить. А, в натуре, может, у меня защиты нет? Защита в ближнем бою стоит. Что происходит с темами?
Там не туда иду. Сюда, конечно, тоже можно. Нет. Я не пойду сюда. Здесь где-то еще один лифт есть. Который почему-то не активен. Ну здорово. Тогда я не понимаю, как вообще попасть к этому кренделю сейчас. Может быть, нужно на НС. На НС только может попасть. Ну ладно. Зря бежал опять. Серега где-то все зря делал. А, я ее. А покрасить я могу волосы? А, блин, в лифте же нельзя это делать. Ёлки. Это что же? Недоразумение. Давай тебя покрасим. Голубые волосы. Я хотел попробовать. Красный, синий, зеленый, фиолетовый, пепельно-серый, золотистый я хотел попробовать. О, можно. Ну-ка. На кого-то стал похоже. Так. Ну-ка. Мне что-то еще какое-то украшение было, вроде бы. Сиреневые волосы, ну-ка. Нет. Не надо. Салатовые волосы. Ну, это ничего так. Зелененькая. Давай. Веселая. Нравится салатовый цвет, вообще-то говоря. Ну, к этому салатовому цвету и, не знаю, блузку какую-нибудь салатовую дайте. Девонька же все-таки. Хоп! Хэч, 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 ах ты, скотобаза. Ах ты, база со скотами. Стоять! Ладно, что он мне сказал в пустыню? А где пустыня-то? Пустыня не там. Там нет пустыни, я знаю. Пустыня, ты где? Найдись, лис. Ты разве не умеешь здесь карабкаться? Ну ладно. А где умеешь, а здесь умеешь? А вон на то здание допрыгнешь?
интересно. Блин. Блин. Ну чё? Почему? Почему? Меня пригнала. Но почему ты не допрыгнула? Я ж первый ударил. Ему все равно. Видимо. Блин, вот этот след синий после вот этот вот. Только отвлекает игрока. Меня, то есть. Так, подожди, где пустыня-то? А тут что синее все? Что тут за синяя отметка? What? What? Что? Йо, твою. Не, ну только не это опять. Не снова. Не понимаю, а как тут-то достать, если этот ящик... двигается только вперед. Ну, допустим, я подвину его вперед, что будет? А, вон оно что. Ну, я так думаю, что надо вот этот туда двигать. Так. Ну, соответственно, этот вперед уже. И что ты тут орёшь? Много пространства ему надо. Заразы. Они знали, что я не до конца подвину. Ну, нормально, хватит тебе пространства, чё? Фу, отпустил платформер. Ага, во! Появился этот крендель теперь. Теперь можно квест пройти. Ну. Джекасу появилась. Эй! Камера. Что делаешь? Я не видел тебя, черт знает, как давно ты сидишь здесь и протираешь штаны. Разве не сказал тебе организовать здесь порядок?
Да, но вы разбросали повсюду вещи, я оказался в ловушке. Если что-то стоит на пути, просто взорви это. Это несложно. Но у меня нет никакой взрывчатки. Тогда сделай что-нибудь. В смысле, просто посмотри на весь этот мусор вокруг. Я могла бы сделать из этого аж 10 бомб. Пора бы преподать тебе урок по созданию бомб. Я ж кладовщик. Заткнись, даже скромному кладовщику нужно знать, как правило, устраивать взрывы. Простите, мой бесполезный подчинен доставил вам много проблем. Вы можете это взять, но не очень много я знаю, но лучше, чем ничего. В любом случае, увидимся позже. Сложный механизм, машинное масло. Рецептура бомбы от Джекас. Программа бота подчинка. Что? Вообще пипец. Вот как? Вот один раз прошел игру, игра закончилась, а тут еще куча квестов, да? Ну как ее не пройти еще два раза? Ну это же интересно. Просто класс вообще, рецептура бомб. Выньте единительный кабель с позвоночника мертвого андроида, извлеките его напильником или другим способом. Подключить кабель к блоку изображения. Декодируйте ядра, вставьте блок изображения в них, затем смешайте. Не забудьте вставить конусы с взрывной мощки. Как только вы это сделаете, добавьте несколько гвоздей, которые валяются повсюду. Но это бесполезно, да, походу? А вот... Так, починка. Временно создает луч, который исцеляет бойцов, пока они находятся в радиусе действия. А как хоть это работает? Так, это... Ясно. Я даже не знаю, насколько это надо. Ау. Так, я хочу этого кренделя поймать. Сейчас он здесь поедет. Я его пристрелю. Блин, придется этих убивать всех. Тот вроде не помешает. Нет, тут еще мешается. Ну. Не хочется мной говорить. Это вот это надо представить, что ли? Эй, парень! Чего не понял? Почему со мной никто не разговаривать не хочет? Давай этого пристрелим еще до кучи.
кстати, это что-то вообще не агрессивный. Просто так стоял, ничего не делал. Слава богу, заговорил. Может, купите чего-нибудь, как-то. Да что-то у тебя все лажовое. Не, ну это я у тебя покупать зачем? Я тебе сам продам. Ну, пойду-ка я схожу еще раз. Может быть, сейчас там можно к нему попасть. Потому что, ну, когда-то ведь можно к нему попасть. Не-не-не. Так, кстати, а что тут? Ничего тут нет. Торговать надо, но мне лень. Блесть, тючая вся. В кожаных труселях. Так, надо идти налево. Давайте я с вами не буду больше драться на вас. Вы надоедливые сукины дети, блядь. Опять закрыто. Почему? Почему закрыто? Хорошо. Давай спущусь. Thank you.
Я хоть куда-нибудь попадаю вообще, нет? Ни хрена ж не видно. Так меня не завалить может, зараза. Да, без взлома, конечно, их валить тот еще геморрой. Ну или я разучился без взлома их валить просто. Ай. Девенька, перестань так плохо сражаться, тебя могут завалить. Все-таки 60 уровень это рядом. Это тоже жутко бесит, конечно. Опа, плохо. Это очень плохо. Ну, ваншота не было, на то спасибо. Дари-дари-дан. О, титановый сплав, хорошо. Чёртовой матери. Блин, там... Не надо туда за ним, ну его. Оставь его, дурака. Ай! Зараза. Здесь рыбу можно ловить. Такое озеро прикольное.
Дрон с фонариком. Чарчи. У меня, правда, шанс стоит, не стоит, точнее говоря. Куда-ка я шанс поставлю, а? Без поклевки. У меня уже есть такая рыба-близнец. Ну-ка, дай-ка я поставлю шанс. Тут, по-моему, шанс есть. Да, значит, шанс, то значит, программа С. Кировать. Может, что? Нового дадут. Прикормить надо, клюет плохо. Правда, плохо клюет, вообще не клюет. Ханонос. Может, из-за того, что фонарик горит? Да, выключи фонарик. Рыба отпугивает. Хотя фонарик, наоборот, должен привлекать внимание. Ночью иногда так с фонариком ловят, даже знаю, сам ловил. Но клюет что-то плохо, правда. Погода плохая, да. Ладно. Хрен с ним. Не буду на запись это делать. Сам потом, может, приду порыбачить тут. Тут хорошо. Так, а здесь чего? Здесь... Эй. Тут что-то страшное, да? Вон летает. Как бы меня здесь не окучили.
А, во, вот эти вот прикольно бегают. Вон те. Видно плохо, вот которого я грохнул сейчас. Кто там еще стреляет? Усиленно так причем. Красненький. Ура, уровень дали. Мне 70-й надо. Я это еще в прошлом прохождении. Во втором прохождении хотел получить. Но не дали. Так, подожди, или вот. Или мне сюда вообще? Что? Или я все правильно шел все время? Все это время. Жирные стали все, блин, хрен убьешь. В какую сторону теперь идти, хрен знает. Ну, по-моему, туда. Или нет? Опять заблудился. Елки-моталки. Кругами, что ли, хожу, не пойму.
вверх поехали, да? А зачем нам вверх? Короче, я нашел кое-как. Тут система лифтов, пипец, запутаешься. Вот мне сюда, походу, надо. Я тут еще ни разу не был. Ну, в смысле, вот в эту дверь не заходил. Что там, не знаю. Ну, сейчас выясню. Короче, после первого лифта бежать налево, а после второго, добежал до второго лифта, беги направо. Вот и вся теория. После первого лифта налево все время, по левой стороне, добежишь до второго лифта. Со второго лифта направо. Ну, а там уже... Вот, и эта хата... Ну, как... Жилище этого самого кренделя, как его. Подобрать маску Эмиля? Эмиль 99 уровня. Я знаю. И говорят, бой с ним еще тот геморрой. У меня 64 уровень. И я очень давно не сохранялся. А здесь сохраниться нельзя. Короче... В любом случае, это на следующую серию. Пока-пока.